Всем привет! Продолжаем обзор изменений в игре Rust Experimental. Вот такой красивый у нас вид. На этот раз, да, изменений немного, но все равно мне больше нравится выпускать почаще, да, ролики, нежели ждать, пока там накопится куча изменений и выпускать один раз. Просто будем потихонечку смотреть изменения. Что у нас здесь нового? Так, ну наверху слева у нас уже были иконки. У меня, вот, я сейчас играл до этого. Появлялась еще одна иконка, я не понял, что за иконка, но возможно их будет три. Кстати, а где мои жизни? Что-то я потерял жизни свои. Ладно, неважно, они вроде были у меня. Так, у нас нововведение. Нам добавили что? Нам добавили факел. Факел. Опа. Факелок. Раз, гори. Раз. А, стой, стой. Та-ла-ла-ла-ла, та-ла-ла-ла. Такая вот у нас вещь. Даже добавили анимацию факела. Только видите, ее очень плохо видно. Ну-ка, если я буду бежать, его будет видно. Вот он, факел у нас, да? Видите, можно тушить. Но я дебил, я дебил. Нереально так выглядит со стороны, смотрите. Еще, если мы жмем левую кнопочку, то есть мы зажигаем факел на правую кнопку. А если жмем на левую, да, то он типа бьет. Но пока анимации не сделали. А если мы сделаем от первого лица, видите, видно анимация, он бьет. А, да, да. Только почему-то он бьет себе в пах. Или он типа так толкает, непонятно, короче. Ну вот, анимация удара. Вот такие вот пироги. Все? Ладно, еще не все. Хотя, не, в принципе, все, но мы еще что-нибудь посмотрим, давайте. Что у нас еще? А, теперь у нас внизу, вот видите, иконки, давайте я добавлю еще что-нибудь туда. Вот, внизу иконочки. Видите, все, что вы добавляете на быстрые слоты, становится серым. Видите, внизу все серое. Но когда мы берем, видите, она становится другим цветом. Вот, например. Ну вы не видите, вот, да? Ружбайка, видите? Внизу стала такая нормальным цветом. Возьмем топорик, теперь топорик нормальным цветом, а ружбайка стала серым. Ну, это мелочь, но приятно, в принципе. Сначала вообще кажется, что все оружие, ну, все итемы внизу серые, что за бред. А теперь понятно, активный итем, да, он приобретает свой цвет. Оп-оп-оп. Ну-ка, мы можем поставить... А, ну вот, да, еще, например, сюда и сюда, вот. Давайте оденем маечку. Я хочу в этом выпуске повыпешиться, да, найти кого-нибудь и постреляться с ним. Вот, видите, да, что таким цветом или вот таким вот. Хорошо, это я вам показал. Что у нас еще здесь? Костерчик у нас был. Так, строительство у нас пока не изменилось. Вот мы можем строить, как и раньше. А, ну, ружбайка. Давайте ружбайку возьмем. Исправили баг с анимацией, когда вот так я стрелял, да? Когда он перезаряжал, у него рука выходила за пределы экрана. Как? Нет, по-другому. У него, короче, было видно, что рука отрубленная, вот. То есть мы перезаряжаем, и было такое ощущение, что текстура входит в текстуру. Сейчас нормально. А вот если мы сделаем так, вот вы видите, да, баг остался. Видите, текстура входит, руки. Вот. Кстати, ружевайка дрожит, смотрите, она дрожит. Ха-ха, смотри! Ой, ладно. Я хочу ПВП, где? Кстати, если можно ночью бегать, когда стреляешь, прям видно выстрелы хорошо. Вот дымок остался. Кстати, да, от ружбайки теперь дымок есть. Что-то он не рассеивается. Ну ладно. То есть, вот смотрите. Что забавно так смотреть, типа такой дебил бегает с ружьем. Сюда иди, мразь! Не, прикольно. Долго-долго мы ждали, что появилось оружие. Я обязательно запишу в этом выпуске PvP, я обещаю. Так, буду бегать за кем-нибудь. Пау! Ружбайка, по-моему, убивает или с двух ударов, или с одного в этой игре. Хорошо, идем дальше. Все, про бага я сказал. И все, в принципе, менюшку опять переделали. По-моему, в прошлый раз я показывал другое было меню. Оно было более центрально расположено, и крафт был с другой стороны. По-моему, да. Сейчас, видите, по-другому крафт перенесли сюда. Мы можем здесь создавать вещи. Нет, долго. Опять, видите, тоже баг. Нельзя отменить крафт. Раньше можно было отменить. Но, по-моему, кирки еще нету. Ну, костерочки я же вам показывал. Все обычно. Ну, как, нет, немного необычно. Опять меню передвинули. Теперь он, видите, посередине так появляется. Кладем эту шляпу и зажигаем. Ignite the fire. Ну да, то, что обжигает, я же вам говорил. Видите, хпшки появились.
Ну все, давайте тогда сейчас я буду искать людей и буду показывать вам кровавое ПВП, вы понимаете? Будет очень много крови и кишков. А нет, смотрите, я был не прав, кирку добавили. Вот сейчас сделал крафт кирки, вот она. Смотрите, добавили кирку. А, ну, а не, смотрите, она даже бьет, да? Прикольно. Опа. Вон там у нас есть залежи, пойдемте. Хватит бить-то уже, Вась. Спокойно. Я не могу контролировать его. О, видите, немного размытие, но это потом уберется, да. Вот такое уже было, это уберут потом. Опа. Опа, ну-ка, анимация есть, интересно? Нет анимации. Вот такая вот у нас анимация. Пустые руки. Но все равно, молодцы, уже вот продвижение есть. То есть добавили факел и кирку в этом выпуске, я вам показал. Ну и че это? Ну да, видите, она бажная немножко. Хорошо, ладно, ищем жертву. Все, нашел, осторожно. Сейчас будет ПВП, гоу, гоу. Мразь, главное, чтобы он нас не убил. Тварь тупая, ПВП, да, хочешь, мразь? А, завис, ура. У вас, наверное, лаг был, да? Тварь, вы видели, я победил его в ПВП, было много крови. Сдохни, чмо. Опять видите, надпись, да, ну это опять же, это при разработке, я потом не буду. А, такой... А, за что? Кстати, я забыл, надо было порубить его. Ну-ка, где мой топорик? Сейчас, секунду. Нам нужно добывать еды, много еды. Я выживаю, понимаете? Блин, я его... Он исчез, тварь тупая. Ну как же так? Ладно, я сейчас буду искать еще одну жертву. Мне нужно мясо, вы чуете? Я слышу, кто-то стучит, тварь. А, чему? Сдохни, тварь. Чмошник. Ну ты псина, ну псина. Так, все, пострелили одного. Дайте мне мясо. Где мое мясо? Во! Крафтим. Ой, нет, фармим. Не крафтим, фармим. Отлично, нафармили еды. Я могу скушать? Скушать человеческое мясо. Ой, я траванулся, и у меня хп начали отниматься. Ну ладно, что ж, давайте сейчас кушаем тогда. Человеческое мясо, оно очень вкусно, не надо врать. Во, видите, дерево добывается, но киркой нет. Ладно, сделаю вам еще один бонус, сейчас еще найду кого-нибудь. Сейчас найдем и унизим. О, костерчик горит, смотрите. Значит, там есть мясо. О, тут стоит. Тварь, ага, спалила меня, да, он двигается, вон. Тварь, а. Да что ж такое, сдох, все, видали, здесь баг анимации, да, что получается он падает, да, и стоит одновременно. Ха-ха-ха-ха, какой я охотник. Самое главное, чтобы меня не поймали, не убили в это время. Давай, давай, больше мяса. ХП у меня мало, кушаем мясо. Получается, мы и регенимся, и травимся одновременно. Одновременно, одновременно. Ай. Ну-ка, костерчик. Прикиньте, он все это строил. Его пришлось мне унизить. А мяса у меня не осталось, да? Ну ладно. О, уголь. Угу. Ладно, еще одну жертву. Вы меня уговорили. Ладно, я ищу. Так, тихо, тихо. Еще одна тварь. Осторожно, осторожно. У него в руках ружбайка. Это старая стратегия. Он типа спит, и у него в руках ружбайка. Ах ты мразь, а. Ах ты тварь, а. Ты меня не обманешь, чмо. Сдохни. Видали, чуть меня не убил. Ну все, короче. Все, мы поохотились, хватит. Ждите следующих обновлений. Я говорю, что я буду выпускать видео часто. После каждого обновления. В этом видео полезное, что я показал. Факел, там про анимацию, про внизу быстрые слоты показал, потом кирку показал, ПВП показал. Тварь тупая, а? Сейчас меня убьет, да? Хочешь убить меня, чмо? Ах, да, нелегко, нелегко это дело. Надо еще просто привыкнуть к ружбайке. Он тоже меня стреляет, видите, слышите, да, звук?
Почему, а? О, потекла жижа. Потекла жижа. Все, сдохни. Ха! Сдох ты, понял, да? Эх, на кого они нападают? На профессионала? На аса? Ну все, давайте всем пока, до следующего выпуска.